Привет, друзья! Сегодня я вам хочу рассказать о щавеле широколистном. Стоит он 10 рублей. Значит, семена идут, производство удачные семена. Что вам рассказать о щавеле? Это щавель, это такая зелень, значит, богатая витаминами, витаминами С, минералами и витаминами группы В. Он растет быстро, вырастает и всходит быстро, кстати. Значит, садить его можно как осенью, так и осенью, под зиму и весной. Вот, сейчас на улице у нас конец мая, я хочу сегодня его посадить. Значит, зелень у него идет такая темно-зеленого цвета, и яйцевидной формы листы, широкие, широколистные. То есть очень хорошо как раз вот для зелени. Щавель использовать можно как в супы, в салаты, так и в любые блюда, которые такие как бы для людей, кто любит кислинку. Значит, что вам еще рассказать? Могу вам показать, что на нем пишут. Значит, как я и говорила, большое количество витамина С, каротин, минералы, витамины группы В, ценные органические кислоты, как я и говорила уже. Вот такой вот щавель замечательный мы сегодня будем с вами садить. Все, спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал, и мы будем с вами выращивать вот такую хорошую, полезную витаминами зелень.